всем привет, меня зовут Дмитрий Нечаев, это Елена Нечаева, и мы муж и жена, и текущая компания, о которой вы знаете, студия Елены Нечаевой, это наше общее детище. Я впервые появляюсь официально, можно сказать, в этом видео. Это связано с тем, что мы планируем делать ребрендинг. Может быть, вы уже заметили, что студия в социальных сетях, к названию студии добавилось словосочетание «Rebrow.me». Это именно тот бренд, которым студия будет называться через полтора года. Ребрендинг – это необходимость, потому что сейчас мы открыты уже в 9 городах, к весне будем открыты в 11 городах, студия растет. И это не столько уже Елена Нечаева, как большая команда людей, которые работают для того, чтобы сделать процедуру доступнее, лучше, качественнее, эффективнее, улучшить сервис. Ну и мы работаем над многими вещами. Новое название – это не только смена позиционирования или букв на вывеске. Это также какие-то вещи, которые мы планируем сделать достаточно революционными. Ну, например, это случай, когда клиент сможет самостоятельно оценить качество процедуры по предоставленным критериям и потребовать у студии компенсировать недостатки, которые по каким-то причинам он нашел. Это классно, этого не делал еще никто. Плюс к этому мы планируем запустить очень интересный новый сайт, который сделает запись на процедуру еще более доступной и простой. Мы всегда стремимся делать что-то лучше, чем есть на самом деле, и никогда не бываем довольны результатом. Еще одна причина ребрендинга – это то, что мы выходим на новый рынок. Это американский рынок, и я боюсь, что Елену Нечаеву там особо не воспримут, поэтому теперь мы будем Rebrow.me. Само название вызывало много споров, и звучит оно по-русски достаточно грубо, как мне кажется, «ребро». Да, если правильно читать. Само значение бренда, мне кажется, оно переоценено. Очень важно, что за этим брендом стоит. И за этим брендом будет стоять качество, команда, сервис и наше желание делать эту услугу и этот рынок, на который мы оказываем очень серьезное влияние, все лучше и лучше, поднимать планку все выше и выше. Где делал брови? В ребре. В ребре. В ребре. За все это время мы выполнили более 50 тысяч процедур, и сейчас в нашей базе больше 20 тысяч клиентов, которые с нами уже коснулись. Вам всем огромное спасибо за доверие. И в любом случае мы стандарты бренда постараемся сохранить. И те процедуры, которые вы видите сейчас, они станут только лучше. И мы постараемся быть такими же честными, как были до этого. Мы постараемся быть такими же лояльными к вам. И мы постараемся сохранить вот ту атмосферу, которой мы очень дорожим. Наша миссия – это делать людей красивыми и не брать за это очень много денег. Делать так, чтобы как можно большее количество людей получило эту процедуру. В общем, надеюсь, для вас не явилось это особенным сюрпризом, что такая большая модель управляется не одним человеком, а целой командой. И вам спасибо за лояльность и спасибо за то, что вы остаетесь с нами. Спасибо за просмотр. Всем пока.